но Великая Мать найдет их и покарает. Thank you.
богиня говорила с ним. Это правда. Мы увидели избранную своими глазами. Но что это значит? У меня уже не осталось сил надеяться, но избранная нас спасла. Она способна на все. Поземка, белая как кость. Что за мрачные мысли?
тогда мне придется что-то выбросить. Thank you.
Скоро мне это понадобится. Наверное, там озера. Похоже на их работу. Да у меня мозоли старше тебя. У меня тоже есть мозоли. Показать? Ха! Да, нас и скрой. Верю, огневолосая. Петра Кузнечиха. Элой. Охотница на машины. Охотница на машины? Тогда можешь пригодиться. Нас тут сейчас пытаются выжить с нашей земли. Вот потому-то я и вожусь, чтобы смастерить эту красавицу. Она решит наш спор. Значит, ты кузнечиха. Заправляешь и в кузне, и в городе? Да весь наш город кузня, и все работают наравне. Это самое правильное, не приходится оглядываться на старейшин. А то вот в жиле, на земле озерам, гвоздя не забьешь, не потратив 3 дня на обсуждение и споры. Бесит, наверное. Ха, а то. Но мы любим спорить. Чтоб горн пылал, надо поддавать жару. Хотя некоторые вещи не обсуждаются. Я вот была бы Петра, жена кузнеца. Ха, как тебе это нравится? По-моему, не звучит. Вот именно. Вот я и ушла. Была юна, только из горна. Могла выковать из себя все, что угодно, пока не застыла. Что это за место, Петра? Свободная гора. Нам тут никто не указ, кроме разве что металла и пыльных бурь. Вот она, гора. Куча того, что осталось от предтеч и собрано поколениями озерам. Вдохни, почувствуй запах. Дым и пот. Ха, да ты от житья в лесу нюх потеряла? Я только во рту 5 разных металлов чую. И вот это все осталось от предтеч? Тут поле боя? Ха, может, склад, а может, свалка. Там все сплавилось воедино. Эти предтечи столько всего выбрасывали. Такого оружия я еще никогда не видела. Все сама? Конечно, мое детище. Это отпрыск орудия, которое помогло взять меридиан. Такие вопросы не решишь одной стратегией. Надо было тряхнуть стены, превратить армию безумного короля в ошметки. Чего насупилась? Оружие такой силы. Тут ведь все зависит от того, в чьих оно руках. Посмея они тронуть великий подъемник, я бы их раскатала. Столько труда вложено. В каждом звене своя история. Как-нибудь расскажу, если захочешь. А у этой пока нет истории. В руках не унесешь, металл жрет, как щелкозуб. Ты ушла из родных земель сюда? Сначала меридиан, как и все, строила великий подъемник. А потом безумного короля обуяла жажда крови. Я поклялась найти дом для всех,
кто захочет пойти со мной. До конца войны перебивались любой работой, а потом набрели на это место. Старый лагерь Азирам, гора Металла. Можно было начать все заново. Оставить свой след. Ха! В твои годы я думала, что чем сильнее удар, тем глубже будет след. А теперь ты изменила свое мнение? Ха. Это секрет. Ты не хочешь знать, понять, для чего все это? Некоторые старатели всю жизнь вопросами мучаются. Но не я. По мне, если есть что переплавить, ну и хорошо. Чтобы нарубить веток и наделать стрел, понимать лес не обязательно. Надо понимать, что нужны не ветки, а древесник. Ты смотри, язык не обожги, язва. Мне нет дела до предтеч. Они свое пожили, их труд завершен. Все их изобретения теперь лежат и ржавеют под землей. Мои сестры и братья по горну выкуют новый мир. Так вас вытесняют с этой земли? Ага, со свалки. Только мы открыли богатые залежи деталей для оружия, тут же заявилась стая падальщиков. А теперь вот еще и разбойники засели у Литейной. Они нас не пропускают, захапали топливные элементы. Видать, любят все, что блестит. Ну, мне нужны эти детали и элементы, чтобы доделать пушку. Работа не пыльная, руки не замараешь. Я и не боюсь их замарать. Ха, ну надо же, какая горячая штучка. Thank you.
Твой отец всегда стремился стать старейшим. Даже интересно, выйдет ли у него в этом году? Умеет наслаждаться жизнью. Тут полно работы, только она мне совсем не нравится. Из этого можно сделать зелье. Come on.
Вот это находка. Помоги! Тише, тише. Ты кто? В чем дело? Хагурт. Со Смольного утеса. Горшну нападают. Они убьют брата. Всех убьют. Не убьют, я не позволю.